Где за чайком называется? Прихожу, тут под юбку мне заглядывают. Я чуть держусь там, к тому же, одной рукой. Пипец. А что делать? Ты стоишь, скучно, что так, никуда не уходишь. Пошла... Я пошла за конфеткой, поставь меня на место. Нифига, пока не придешь, не поставлю. Это кошмар. Я все вижу, все вижу. Жесть. Та-дам! Че, все, за конфеткой сходила? Так, я тут. Что ты творишь? Держу. Ты что, болит, что ли? На руках и доставка. Так, ну что, пытался утонуть? Да, полетел. Что-то как-то у меня... Даже у меня, а вот тормоза какие-то, нет? Нормально? У тебя нормально все? Да, что-то непонятно как-то. Ты, у меня голова какая-то тяжелая, я не понимаю, как это стреляли. Это вообще непонятно. Так, я... Опа, все, поехали. Да, я забыл, как гребсти. Я забыла, как вообще что. Послушай, а наверное, классно гребсти. А чё, вообще не двигаемся, да? Во-во, пошли, по-моему, нет? Не знаю. Не, по-моему, мы по суше, не только туда-сюда разворачиваем. Да, без уточки ничего. Во, поплыли. Мы можем сразу вот туда проплыть, наверное, налево прям. Так, на моторке поедем. Если получится, давай на моторке. Я уж думала, ты и меня хочешь перенести. О, слушай. А я что-то. А так это вариант. У тебя такие же мысли возникли? По-моему, да. Только. Нифига себе. Нормально. Все, атака пошла, против. Нет? Пошла? Подожди, меня прибило, кажется. Че, не сошла еще, что ли? Ё-моё. Не, она что-то подклонилась. Только ты опять под нее залез, опять ты будешь это самое. Нормально. Да. Ага. Только чуть-чуть надо бы еще, да? А не, все ушло. Ой-о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 й-
Сейчас.
Просто ты отпускаешь, чтобы она не газовала. Значит, когда держишь, она газует. Да я знаю. А, просто быстрая, что говорю. Так, мы что? Куда на яхту едем? Ну да, на эту. Правее там бери, да. А-а-а-а! Правее, моя! Буёк, буёк! Нормально, буёк с собой забираем. Блин, ну куда ты надо? Чтобы на остров, ну ладно. Да ладно, вон эти буйки какие-нибудь, сейчас на них хотя бы. Я не хочу, как-то я прыгаюсь. А, он был на остров. Что-то отсюда мы не запрыгнем. Вот, взял, mm-hmm. развернул мостик. Хотя бы на мостик на это давай. Сейчас. А хотя... Ладно, говорю. И в этот раз я хочу попробовать эти контейнеры. Чё-то как-то я иду медленно. Или мне кажется. Ну, кажется, я так ходил. Ну, вроде кажется, да. Кажется, как будто я медленнее, что мне что-то... Лава что-то тяжелее стало. Так, а где вход-то там? Где найдешь там вход там? Мне кажется, не, вход вот здесь. Назад, мне кажется, надо немного. Так, а маяк-то вот он стоит. Вот он, как раз тут как-то пещерная пробраться, я думаю, не знаю. Или... Мне кажется, прям по этим вот, как уступы идут, мне кажется, по ним прям проще. Вон бегать. Слева, видишь, какая-то там типа трамплинчик такой. Подожди, стой, 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 а здесь какая-то карета наверх, видишь, есть? Вон. А, так это, а, это я знаю, мы там были. Да. Так, а маяк? Фига себе, включите маяк, а где включать? Надеюсь, не сверху. Ну, что-то мне кажется, сверху, может, видишь? Давай сразу задом будем заходить. Сразу, чтобы сделать эту достёжку. Давай. Чё-то, мне кажется, вот по тем уступам. И... Ну да, что-то такое, потому что там эти еще. Сдай назад чуть-чуть. А, не-не-не, подожди, что-то. Почему? А, все правильно. Видно, как она заходит? Ну да, так чуть-чуть. Ну, смотри. А, вот тут я вижу сейчас. Так, я скажу, пока нормально. Все, можно назад чуть-чуть. Еще поворот надо, поворот еще. Еще поворот. О, пол назад. Я думаю, здесь пройдет. Вот, стой, может надо быстро мазуть здесь, можно прям долезть вот сюда на маяк, к маяку. Может к этой, через кабину как-то. Полный стоп. Может хотя бы сохранение возьмем? А, вот по этой. Вот там. Давай, может там сохранение хотя бы возьмем. И мне что-то кажется, надо было с другой стороны съезжать к нему.
вот всех вот берегов, вот с той стороны, там просто прям подступы, тык-тык-тык-тык-тык, и к нему. Тогда надо с той, где канатная дорога, а тут дойти. И либо же потом, да, там дойти, прийти к нему, вернуться. И да, и тут подняться сюда на маяк. Ну, знаешь, полный назад. Блин, ну тут, кажется, было бы проще лезть отсюда, чем... А там, видишь, уступ какой вверху? Ну, так это вот, не просто да. Ровный, а уступчик. То есть ты со стороны, мне кажется, даже если в раскачку особо не зайдешь на него. Ну да, да, никак не попадет. Как-то надо все пролезть еще. Ой, может, есть? Как-то... Нет, кран вроде маленький. Нет, кран маленький. Кран не поднимется так высоко. Есть, пол назад, все. Получили. Только теперь у нас нету этих. Я хотела контейнерами выложить нам здесь паркур, чтобы можно было спокойно забираться в одиночку. Ну ладно. Так, а вот смотри. Блин. Чуть-чуть криво, конечно, кстати, но... Да, тоже вариант. Да, почему? Это какого черта я не зацепил? Ну вот как? Что-то у меня с варежками проблемы возникают. Я за варежек не могу. А где у нас вот? Варежки мешают, по-моему. Огромные варежки. Не исключено, не исключено. Да что? А чё ты, я даже не прыгаю как-то. Чё, у меня как будто тормоза. Чё, мне эта девочка вообще нравится. А чё оно здесь? А, это типа в обход, что ли? Блин, да. Чуть. Короче, я не долетаю, меня это бесит. Давай, прыгай, тебя ловить буду. Да я вообще не долетаю даже. Даже там даже ловить, блин. Не поймаешь. Какая-нибудь палка есть там, я не знаю. Попробую. У меня таких ближайших палок там нет. Через... Попробую опять через верх. Не, я с этого мальчика запрыгивал. О, есть. Так. Так, я хочу вот водопадик туда, этот в туннель попасть как-то надо. Так он вон где. Что-то вроде не был. Толкается, что-то это фигня. Сюда тащите. А куда ее надо тащить? Сюда, ко мне, на меня. Нет, только не ронять. Не, по берегу, не туда. На меня, не на тебя. Я хочу вот залезть на эту хрень. Опс, палец. Блин, теперь я упала. А, блин. А, тащи меня, тащи его. Тащи меня, меня тащи. Ну, наверх прям закидывай, наверх. Да. Блин, эта хрень я хотела уронить на эту трубу-то. Как-то
поставить и обратно в рай. О! Ну, а я в трубе. Ну, я сейчас тоже уже иду. Уже иду. Я не иду под тени. Подожди, тут темно и вообще ничего не понятно. У тебя там фонарика никакого часа, нет? Нет, сейчас нету. Как-нибудь хватать, мне так подошло. Захватилось. Так, ну давай. О, да тут шикарнос! Так. Да, вопрос, можно здесь утонуть или нет? Я ничего не вижу. Не видишь? Я вижу. Не, ну, моменты проскакиваешь, что-то видно, но... Так. Так, мы это короткие пути, да, типа? Да. Наверное. Ну там вот все равно по пути достижения. О, не мы было. Прям так, прям коробки-то вышли. Ну да, как я. Ага. Ага. Это самый обходной путь. Под юбку залез. Это неприлично. Я подталкивал вообще-то. Как ты внизу оказался? А если взять просто то кольцо и притащить его сюда, накинуть на вот эту? Ну, эту цепь, которая. Не-не-не-не, с кольца не надо снимать, в том-то и дело. А, хотя, в принципе, может, уже и надо, подожди. Если вот на эту вот накинуть. Сейчас, подожди, сейчас все тебе объясню. Да, я просто не понимаю. Да что не так с этими варежками-то грёбаными? Они слишком большие. О, блин, угадай, где я появился. Ну все. Короче, а сейчас должна это отцепить и... А, вот это нацепить, типа? Вот это вот конец взять, развернуться туда и зацепиться там еще. А вот ты должен тот конец подцепить вот на тут, на ту хрень. На буёк? На буёк, видимо. Короче, мы как-то должны плотами что-то сойтись, я не знаю. Пока, подожди, пока ничего не делаешь, я всё это подцеплюсь. Ну, визуально, чисто визуально. Вот этот вот колечко на вот этот вот буёк, который торчит, не накинешь. Да? Ну, посмотрим. Хотя... Так. Я сейчас должна разворачиваться, по идее. Да, только цепь немного длинновато. А ну-ка. А, у нас тут тоже кольцо. Попробуй это кольцо отцепить, подцепить на... Блин, стой, стой. А, вот сюда. Давай. Есть, так. Теперь мы плывем дальше. Как бы... Так... Что дальше? Маха, попробовать его скинуть и принести с собой? Не-не-не-не-не, сначала надо продумать, а потом уже что-то делать. Можно все равно начать с контрольной точки, и она появится заново. Цепи не будет. Да почему не будет? Не будет, утра же не было. Да будет. Нет, цепи не будет. А, в смысле, сбросить контрольную точку? Ну, подожди, нет, подожди, все равно, что ты хочешь делать-то, я не понимаю. Нет, нам надо как-то, может, те два плота соединить. Ну вот, я беру и бегу туда. А сначала, может, подвиг... А, ты бежать? Ну давай, да, беги. Так, нет, пускай, да. Вот.
садишься на тот плод, и мы через вот этот вот хрень, по идее, я должна туда. Ну, по идее, должен зацепиться вот так, как-то. Да-да-да, можно зацепиться, тебя туда в одну сторону, меня в другую сторону. Ну вот. Блин, что-то мы только в одну сторону. Вот. Почему? По идее, это да, ты коробку, да-да-да, ты коробку туда. Так. Вот, у нас, видишь, получился мостик такой от коробки до кнопки. Как сюда коробку, да-да-да, вот. Вот теперь мы правильно делаем. Теперь коробку вот сюда. То есть это то, как, по идее, когда ты в одиночку проходишь, вот так вот, вот. Вот так это должно работать. Да, только как ты в одиночку два плота нормально сделаешь? Мне вот еще вопрос. Так же, как я сейчас, то есть ты подъезжаешь, да, потом спрыгиваешь, берешь другого конца, так же все делаешь. Не, я имею в виду направить две стороны, чтобы прям четко зашли, вот. Чуть-чуть проблемка. Как-то да, не все так просто. Так. Эту хрень вообще мне не нравится. Вообще можно было, реально, можно было вот с той стороны подойти сразу, приплыть вот ту хрень, и вот здесь подойти сразу на лодке, вот сюда, сразу. Так, ладно. Я знаю путь еще, короче, на самом деле. Просто тут одно весло, на самом деле. Не, смотри, смотри, отпусти. Тут, кажется, вот этот прикол действует еще. Ну-ка, чисто. Вот если вот цепиться в нее, тащить какую-нибудь сторону. Блин, ну давайте. Подожди, а я-то... Вот я про тебя говорю. Ну а я? Ты уже уехала, я поехала. Появляйся заново. Почему? Появляйся заново. Я тут раз же пыталась тоже снова с лодкой. Вот, да? Все, подожди. Теперь, только не хватай ее, подожди. Надо, чтобы один хватал. Так, 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 так. И вот так вот, тук-тук-тук-тук. Сейчас я заберусь момента мора. По идее, да, второй раз тоже хотел на лодке. Я ее типа толкаю, короче. Ну но... да, типа того. Просто гораздо быстрее блин, получается. Ну да. На самом деле. Чем если по этой. Все приплыли, походу. Ой, ты. Я хочу давай. Туда налево. Почему? Не знаю, к маяку туда поближе. Бы. На сушу туда выйти хочу. Так вот, здесь через это выйти. Выйди, выйди. Не. Да, лодка офигенная. Застряна, не застряна. Не, прошла. Так, а, там есть дверь на маяк. Все правильно, надо было лучше с корабля туда запрыгивать. Прям дверь есть. Вон, видишь, дверь. Да, вижу. Маяка. Подожди, теперь у меня есть идея. Может, прям отсюда же? Ну да, еще лодку. Да, да, лодку можно туда. Но все равно, блин, лезть будет далеко. Проще вот оттуда залезть, там ближе, где я тогда лезла. Да, мне кажется, здесь просто склон пониже. Вот если по прямой смотреть, вот туда. Да нифига, он не ближе. Мне кажется, ближе. Да, туда лучше не идти. Подожди, как же я? Я разворачиваюсь. Зацепился, нет? Нет? Блин.
Короче, я буду ее держать, потому что начала плывать в другую сторону. Как тебе объяснить-то, я... Чего, ты зацепился за лодку, нет? Да, за лодку-то я зацепился, но я забраться не могу. Короче, она теперь только заворачивается, что-то. Вперед, что-то. Потому что я сбоку вешу, вешу. Вешу? Вешу, да. Давай. Тащишь? Давай, цепляй. Теперь перехватывайся. Я пытаюсь, не получается. Оп. Нормально, нормально, нормально. Нет, 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 нет. Это ненормально. Это плохо. А если что, учитывать то, что мы не взяли сохранение? Да, это жопа. Вот здесь я вот сказал. Блин, все, я утонул. Тут и лодки уже нет. Не, ну нафиг. Надо было туда хотя бы, да, доплыть до сохранёшки. Я не пойду туда пешком. Сохрани, как-нибудь там сохранись. Офигенно. О, меня зажало. Я вообще никак не могу, кстати. Ладно, держи за лодку и как-то пытайся туда, направо уйти. Поздно, я уже за скалу держусь. Тебя надо сохранение взять. Мне надо быстрее доберусь до сохраняшки, чем ты там своей скалой. Не, нормально. Все, взял. Все, топлюсь. Ну вот тут проще залезть. Давай. Мне кажется, там. Давай ты здесь, я там. Ну, здесь суши будет проще просто. Не исключено. Плюс я сейчас вот попробую палку зацепить. Блин, здесь течение, я сначала разогнался, нормально. Да, там. Надо по новенькой. Лодка, походу, все. А, почти дошла. Бля, лодка не вариант. Как пьяная, блин. Еще не мешай, не мешай тебе. Блин, я не вижу ничего за тобой. Так не урони мне. Бать. Получилось, ну. Так, ты можешь вот так вот подержать эту палку? Блин. А, ну как ладно, я тут доплывал-то? Я плыву, 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 плыву. Плыви, плыви.
Не-не-не, с конца, вот здесь с конца. Не посередине, а с конца. Не, надо фонарик. Не. Подожди. О, выровняться как-то надо. Ай, ай, ай. Блин, да что такое? Я могу это попробовать скинуть, шарик каменный, большой. И чё? Ну, может, его подкачать поближе. Я лучше сцеплюсь за эту палку, а ты эту палку потянешь, давай. Давай. Ну, пододвинь ко мне, я не достану тут всё. Так, я... пошла. Не, дальше. Ты раскрути как-нибудь, я попробую. Вообще... Наверх, да, вниз, наоборот, вниз тяни ее. Я пытаюсь тянуть вниз, то есть, ну, наверх. То есть, там наверх потягивается, она не вытягивается. Так, сейчас я попробую закрыть это сцепиться. Попробуй, подожди. Дай я сюда пододвину немного. Давай. Она перевешивает. Пробуй другим концом, по чуть-чуть мне скинуть, не всю палку, а чуть-чуть. Я пытаюсь, она перевешивает, она получается... Как будто типа я с ней иду. За камень нельзя зацепи немножко. Все? Так достанешь? Нет, не совсем. О, камень. Камень убегает. А, не, вот стоит. Я зацепилась. Классно, я вверх полетел. Не, это вообще какой-то лизняк. Ой, клоун. Если только прижать камень. Так, 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 так. На себя эту фигню, на себя. На это. Я странно, что на камне не могу. Подожди, есть его подожди, сейчас хочу попробовать одну хрень. Камень подтащить, подожди. Ну, чуть-чуть. Ну, надо, чтобы камень, чтобы держать, да. Что-нибудь получается как-нибудь? Не знаю. Вот если я вот так вот притараню, попробую удержать. Чтобы он не уехал. Да-да-да-да. Попробую вот так вот, ну что по-другому вообще никак. Все, держи камень, чтобы он не укатился. Я пытаюсь. Не, ну поближе его еще туда. О,
Вот стоит камень, ща погодь. Я не стану укатывать, когда не разбираюсь. На себя еще возьми немножко. На себя. Она просто хреново, она хреново управляется. Ох, хреново управляется. Я знаю. Хотя бы с камня туда. Короче, ладно. Нет, персонаж не нравится вообще. Держись наверху. Я бы с радостью, но что-то кажется, мне не получается. Да. Однозначно мне не получается. Ай, забыла, как это все делается, что же. Убери этот камень, не мешай. Могу скачаться. Блин, меня камень зажало. Да я понял, я его пытаюсь убрать. Не, забраться так проще. Чем я просто... В небе. Могу... Фуф. Ах ты. Еще блин забери, сняла ну, оттуда блин с кораблика. А мы с пещеры могли в эту сторону как-то вода подошлись? Не знаю, там вообще кажется, там вроде не было, да, такого? Ну да, как другой вода под... Да, мы были в какой-то трубе. Я с камушка запрыгнул. Это было капец как долго, блин. Проще на твою раскачку.
Подожди, куда? Все нормально. Че, за него хоть держится? Да, пока тут дальше уже. А у тебя там что за пистолет, что ли, типа? Да. Фигаси. Ты где такой нашел? Опасный. Ты где такой нашел? Где нашел, там уже спер. Так вот получается. Я пощёл. Фух. Я первая, я буду включать. Почему я задом прыгаю? Мне тоже интересно, почему. Как ты вообще так прыгаешь? Ты знаешь, мне самому интересно. А еще у меня вопрос, где лестница? Я ее очень хреново вижу. На лестнице. Не, я себя не вижу. Я тоже задом, кстати. Оп-па-па, тот главное не вылететь. Так, ну-ка дай, стой, ничего не... Это что у нас такое? Прожектор. А его повернуть можно? А, это включать. О, есть. Мне тебе тоже дали, да? Да. Нет, видишь, вот включал... только включить, выключить и все. Ну, я имею в виду включил и ты, но... Ап! Куда? Быстрый спуск. Нам надо обратно туда, потому что нам надо на колесо это попасть. Ну вот, как раз я правильно сошел. В ту сторону хоть выпрыгнул. А, малек. Итак, карета подана, месье. А, тут я. Угу. О. А если на крышу запрыгнуть, а? Поздняк уже. Не, я думаю, не получится на крышу сейчас запрыгнуть. Mm-mm. Да. Хотите помочь? Хьюстон, у нас проблемы. Я хотел колечко снять, что-то как-то не получилось. Ты перевези, пока не приеду. Угу. У меня скоро пятки по горе пойдут. Ну вот, хорошо, приехали. Угу. А, я думал, что соскользую. Так, матрасик, да? Ты садись на матрас, я кольцо закину. На эту фигню. Ты куда ты катишься? Стой. Стой. Не, меня куда вниз? Да стой же ты. Да как оно? Да куда? А вот. А, ну-ка, здесь тоже можно управлять, по-моему, этим матрасом, как лодкой. Уцепилась не такая. Знаю. Не знаю, я сейчас к тебе запрыгну. Он получит достижение, искатель приключений. У меня, по-моему, есть такое. 20... Не, мне 25 километров надо было пройти. А, нет. Это что такое? Так, ну вот я еду сейчас передом. Сейчас я просто прыгну. Да.
Рано ты, конечно, прыгнул. Я что-то прям мимо проезжаю. Я что-то... Мимо прям проезжаю. Давай, давай. Нет, нет, нет. Нет, ты не успеешь. Да ладно. А-а-а. Ты главное не свались в воду. Я стараюсь. Оп. Блин, я не знаю. Блин, значит, надо походу заново. А, надо было. А да. Там видишь, ну воду падаешь. Ну правильно, потому что изначально он криво пошел, походу. Так не. А наверху там сохраняшки же не было, где перед каретой. Или была? А она только что, я до нее залетела, она здесь была. Это крайне здесь, нет. Да. А, блин, да, я же даже могу там, теперь сбросить контрольную точку. Там тоже было. Ух ты! Давай я попробую вниз головой хотя бы. А вниз ногами есть? Да. Что да, мы сделали? Ага. Так, мало ли. С матрасом что-то непонятно. Че, ты туда залезла? Да, я стою здесь. А, подожди, мне надо тоже успеть прыгать. Блин, нет, 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 не прыгай. Блин. Нет, все равно вниз ногами. Получается. Ловишка с картошкой. Пойдем, я помню короткую. Короткую-то? Что-то мне уже страшно. Ты не переживай, нормально все. Нам надо прям сразу на колесо, вот на это, в принципе. Сядь, сядь, сядь. Так давай еще матрас попробуем пройти, только ты одна поедешь. Ну, чтоб по центру сядешь, чтобы это меньше массы кувыркалось. Нам надо туда отъехать тогда. На ту сторону. А как ты поднимешься? Нам же на это на вагонетку нужно сесть, на канатную дорогу, а она с той стороны. А зачем? Зачем? А здесь тоже воды сейчас нету, вот где. Вот смотри, вот. Вот сюда, вот, вот туда, где колесо, видишь, там нет пока воды, мы не открыли сверху еще. Мне кажется, это будет самый короткий вариант. Давай попробуем. Так, вот по горе забраться. Так, вот здесь сохраняшка сработала, как конечная. Так, давай сейчас я... А, или отсюда, если я перезапущу, мы будем здесь же, да? Да. Ну-ка, попробуешь. Японский бог. Нет, нас почему-то вообще сюда. Непонятно. О, есть идея. А если... По той стенке, да, залезть? Вот падает по пока. Да, по ровной, да. Угу. Можешь лодку продвинуть вот эту. По ней собраться. Да ладно, ты пока сейчас двигать будет. Да ладно, что тут делается. Знаешь, твоя янта вообще фигня вопрос. Полетели и потащили, давай. Давай. Вот по маршруту уже готово. Давай подожди, попробуем морду развернуть ей. А, ну, так
Но мордой ее можно загнать наверх. Ну так же проще будет. Ну да. Все. Да, давай немножечко. О! Ты говоришь, полдня разворачивать все. Я забыл, что мы вдвоем хорошо. Вопрос. Что-то я так и не бед. Она немножко отвернулась. Ну, ты рано прыгнула. Может быть. Попробуйте через зеркало. Здесь зеркало у него прям вот по этому краю. Тебя подтащить? Блин, так возьми ты. Перебор. А, отсюда можно убраться. Да. Мы попадем прям четко на они. Ну да, попадаем, только там надо будет перепрыгнуть. Через а цель. Вот зачем там этот сеточка, вот эта цель. Да, 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 да. Ну что, не сейчас сеточку. Не, угу. Ну, почти. Подожди, подожди, подожди. Опа, цепочка снялась, нихрена. Ты тоже внизу? Да, я под водой вообще. Цепочка-то снялась. Я понял. Сейчас тоже под водой туда пройду. Не дошла. Так, поехали. Подтяни эту фигню. Помочь или так? Нифига, конечно, через цепь не получилось. Да. Жалко. Давай, держу. Держу, держу, кажется. А, нет, подожди, вышел вот так. А, вот так, давай, давай. Прыгай, прыгай, прыгай. Да, надо камней набросать, чтобы она прошла под. Под. А, я знаю, как выплыть и утонуть быстро. Надо вот на этой хрени переплыть, наверное, туда. Не знаю, попробуй. Было еще камушков чуть-чуть, я тут застряла немножко. Не плыву. Я уже заметил. Ну это да, это далеко. Блин. Не 10 миллисекунд. Блин. Хреново. Да. Чуть не успел. Так. Дайте там.
вот зачем цепочка была, знаешь, вот хрен включить, когда ты здесь находишься. А, вот зачем цепочка. Зачем? Чтобы когда ты сел в эту хрень, ты вот этот рычажок, когда ты один, да, цепляешь этой цепочкой, на себя дергаешь. Так, блин, я поеду наверх, тогда включу, да, там сохранялка же будет. Да, подожди, я уже почти забрался. Все, я уже наверху. Сейчас бегу к тебе. Я не знаю, я всегда в этой включал, как, ну, как до этого. Включал и запрыгивал. Ну, можно так. Потому что если цепь, то как ты цепь снимешь? Снизу, которая под этой люлькой была. Под этой чем? Ну, под этой люлькой. А. Ну, я понял, но ты когда её сдвигаешь, а мне до неё дотянуться сложно. Ну, подвинуть поближе, а потом как-нибудь, не знаю, дёргать. Я не хрущу еще. Вообще-то 40 от фантиков больше от тебя, чем от меня. А каких фантиков? На конфеты из коробки. А я слышу, как со стола эти соскребаешь. Крошки выбираю. Да. И слышу, как ты конфеты разворачивала. Не разворачивала. Это... Ну, не знаю, не знаю. Коробки такая, есть же прослойка, прокладочка такая. Так, ну я здесь. Поздравляю. Сейчас, держись. Поехали. Ну а я на бревне поеду. Угу. А я вот так попу выставлю, да? А, это видит надо. Я вам пошу рулить. Так. О. Ну, я приплыла, собственно. Мне можно отдать, да, прыгнуть отсюда прям? Не, подожди, дай я тебя потяну, может, надо подальше проплыть. Наверное, до того берега надо доплыть. Ну, скорее всего. Ну, то держите, главное, в воду не падай. Мне кажется, надо прям до этого колеса. Потихонечку сам вот туда идет. Все, на колесе. Ну, что-то хз. Я то, что хрен его знает. Давай я попробую прыгнуть. Куда? А, не с головой? Да. Мне сначала с трамплина забью. Будет удобнее. А? Подожди, давай я сначала попробую. С трамплина будет удобнее. Сейчас пока попробую.
без... Не открывая люк, просто попробую прыгнуть вниз головой с трамплина. А, попробуй. Так, а если я пересохраню, я где буду? Внизу? Не надо, лучше просто выйди и утони. Попробуй. Не хочу падать. Я могу так перелезть. В принципе, да, то же самое будет. Ну, что, я пробую? Подожди, только не открывай. Нет, не открывай. Я еще внизу. Сначала так попробуй. Офигеть, а что пробовать? Можем полететь, можешь по-разному. Да ни хрена, надо сначала понять, как лететь вниз головой. Я вообще как-то хреново упрыгнул. Вот-вот. Я жопой бордюру задел. А если... Хьюстон, у нас проблемы, колесо в обратную сторону крутится. Перевес. В натуре перевес. Конечно. Как же лететь-то вниз головой? Да, открываем и полетели, короче, как получится. Да, получится вниз. Нет, не дожидай, я попробую еще раз. Не надо, опять вот этот уровень. Видишь, вниз ногами все равно. Да потому что я банально не долетаю до этой фигни. Что-то, не знаю, зацепиться. Я не знаю, как или... вот, кто это делал. Ну, когда меня, кажется, я буду есть, там, и ты это... откроешь эту хрень, может быть. Да нет, делали-то полностью, открывали сразу прям. Только как? Во-во, надо башкой удариться об трамплин и вниз головой немножко летишь. Жопой или башкой. Если попробовать отсюда открыть как-нибудь. Вернее, пока я тут, как-нибудь тут, я не знаю, повисну, не зависну. Не знаю. Развернуться как-то. Зе.
Блин, я хотел его раскачать, не получилось. Ну вот, почти. Надо, короче, распрыгаться на нем, потом прыгать вниз. Ну да, как-то. Главное, что походу руками ничего не жестикулировать. Думаешь? А на руки все они тебе вперед просто тянут, еще даже если ты их вниз направляешь, чтобы у тебя тело получается вертикально держится. Ну так я пытаюсь как-то камеру голову вниз опускать. Но она все равно, да, наверх идет. Давай попробуем, пойдем на электричество. Тут, походу, проще на везение. Давай. Может, ты отойдешь с круга? Не-не-не-не, открывай. Если сейчас ты уйдешь, ой, ты не провалишься, то жопа будет, то все. Я поняла. Все, ушла? Да. Не, я хотел... А, ну-ка. Вот тут можно вот за эти зацепиться, нахрен, сюда спрыгнуть. Ну, давай, главное, сейчас получилось распрыгаться. Ага. Блин, чуть-чуть не допрыгнул.